Всем привет, с вами я, МС Романов, и мы находимся на Калинка Wake Surf Cup Russia 2013. Сегодня летняя солнечная погода и такое же летнее солнечное настроение. Пойдем узнаем у народа, как сегодня катается, насколько гладкая вода и какие виды водного спорта они знают. Погнали! Какие виды водного спорта вы знаете? Плавание, синхронное плавание, прыжки, смышки в воду, ну, серфинг, вейкбординг сегодняшнего дня, да-да-да-да. Да, хорошо. Привет, здорово, как у тебя дела? Пришел на мероприятие, Калинка. Какие виды водного спорта ты знаешь? Ты знаешь, я раньше занимался плаванием, вот, занимался водным поло. Какие виды водного спорта ты знаешь? Может быть, какими-то ты занимался, может, в свою бурную молодость ты там катался на вейкбордах? Но если честно, если бы в мою молодость, да, это лет 60 назад были бы вейкборды, я, может быть, и был бы, наверное, уже каким-нибудь мировым спортсменом. Но, к сожалению, я не знал. Я знал какие-нибудь водные лыжи, водные санки, какие-то водные велосипеды, катамараны. И, собственно, ну, в моей молодости такого не было. Какие виды водного спорта знаешь ты? Может быть, каким-то занималась? Расскажи. Ну, естественно, я знаю серфинг, вейк серфинг. Мне больше нравится серфинг, потому что где серфинг, там огромные волны, и, как правило, ну, огромные волны можно встретить в океане, наверное. Да, у меня есть мечта попробовать серфинг. Так я вот в Испании, когда был, на волнах пробовал кататься на серфе. Вот, на таком детском. Ну, прикольно, на самом деле. Классное ощущение. И это был DJ Night. Party Vision Club. Лондон. Мы только начинаем. Начинаем. Пора бы сменить спортивные костюмы от Maui & Sons на вечерние платья и вечерние костюмы. Ну что же, мы в клубе Лондон на автопати Калинка Wave Surf Cup. Пойдем посмотрим на настроение народа. Все вместе с нами. И как всегда, Party Vision в центре событий, в центре самого разгара вечеринки. Привет, девчонки, как у вас настроение? Все шикарно, все клево. Главный вопрос сегодняшнего вечера – это какие виды водного спорта вы знаете? И какими видами вы, может быть, занимались? Серфинг, лыжи, катамаран, относится? Плавание. Пробую серфинг, вообще катаюсь на гидроцикле, очень мне нравится по волнам. В Испанию 29-го улетаю, так что все отлично. И это был DJ Night, Party Vision Club, Лондон. Мы только начинаем. We'll be right back.